Как выяснилось, на Универсиаду в Красноярск организаторы игр хотели пригласить Арнольда Шварценеггера. По информации наших источников, звезда боевиков попросил за свой визит 200 тысяч долларов. Сумма для дирекции игр оказалась неподъемной, и от именитого гостя пришлось отказаться. Кого пригласят взамен, пока неизвестно. О других новостях в двух словах расскажем далее. В БСМП на кроватях появились и лебеди из полотенец. Так в больнице готовятся встречать гостей универсиады. В пресс-службе учреждения признались, это была идея медсестер. Так они захотели создать уют для спортсменов. Дороги и заборы в центре города сегодня помыли с шампунем. Так магистрали решили очистить от песчано-соляной смеси, говорят в администрации. А в Октябрьском районе сегодня заметили рабочих, которые откапывали чистый снег и кидали его поверх грязного. Комментируя процесс, коммунальщики заявили, что на выходных будут красить снег в белый цвет. В департаменте горхозяйства заверили, что это шутка. Больше 43 миллионов заплатят за ремонт и подсветку фасада краевой администрации. За эти деньги рабочие восстановят разрушенную кирпичную кладку, утраченную лепнину, водостоки, гранитные плиты на нижних этажах. Заменят штукатурку и установят подсветку. Реставрацию планируют закончить до конца 2020 года. В ФМБА появились комнаты для релаксации и психоанализа спортсменов. Сегодня там открыли новое отделение специально для сборных команд России. Таких комплексных медицинских центров подготовки и реабилитации всего 3 на всю страну.